Город Астана. Станция скорой помощи. По станции 40. 15 июня 2023 года. Я работаю водителем в этой скорой помощи. И хотел бы обратить внимание на такие факты, как на то, что на всех, почти на всех машинах у нас отсутствует двусторонняя страховка каска, которая бы обеспечила нас страховкой в случае ДТП. Эти страховки имеются только на новых машинах. Это где-то 10% от всего числа машин. На остальных 90% нету. А на 100% машин не имеется страховки перед пассажирами. Получается, при ДТП, если пассажир, то есть фельдшер или с пациентом что-то случится, за это ответственность несет водитель, то есть возмещает ущерб водитель. Также имеется медицинское оборудование, которое стоит немало денег. Также при ДТП наше начальство заставляет нас покупать запчасти втридорога, потому что у них имеется своя оценочная компания, которая измеряет ее не по рыночной цене, а по своему усмотрению. А у нас зарплата всего-то, оклад 75 тысяч. По всем этим вопросам мы обращались во все вышестоящие инстанции, начиная от Акимата, Минздрава, до всех правоохранительных органов, которые должны были провести проверку и выявить нарушения. Но почему-то они ссылаются, отвечают какими-то готовыми шаблонами и ссылаются на то, что городская станция скорой помощи является ПХВ, то есть наполовину частной фирмой, хотя получает бюджетные деньги от налога простых граждан. А также по всем этим вопросам у нас должно было заниматься и поднимать эти вопросы наш профсоюз. Но они тоже почему-то отмалчиваются и предпочитают придерживаться версии начальства, хотя финансируются за насчет. На все эти вопросы, по всем этим фактам имеются документальные подтверждения. По запчастям, когда если мы отказываемся платить втридорога, они уже вынуждают через суд оплачивать ее. А если говоришь про это, то есть проявляешь какие-то претензии, они ищут повод как бы уволить с работы, пугают, проводят какие-то непонятные дисциплинарные комиссии, которые почти всегда проходят несправедливо, в обвинительном тоне. Прошу по всем этим вопросам провести комплексную проверку и добиться справедливости.